Громкая новость с мира футбола. Месси уходит из Барселоны. За этот футбольный клуб он играл 18 лет. Вся его блестящая карьера связана именно с этим брендом. Вся мировая общественность гадает, куда уходит Лионель Месси. Среди команд, за которые сможет выступить аргентинец, называют «Манчестер Сити», где теперь работает бывший тренер «Барсы» Пеп Гвардиола. Также журналисты рассматривают французский клуб. Есть информация, что футболист ведет переговоры с «Пари Сен-Жерменом». 672 гола, 778 матчей, 35 трофеев. За 17 лет в клубе «Барселона» он стал единственным футболистом, выигравшим 6 раз золотой мяч, получившим звание лучшего игрока мира, золотую бутсу, а также приз лучшего бомбардира Ла Лиги в рамках одного сезона. Предыдущий контракт 34-летнего аргентинца завершился 30 июня. Клуб и игрок достигли договоренности о подписании нового соглашения, но не смогли его заключить. Виной тому финансовые проблемы «Барсы».